За партами сегодня не студенты, станичники и жители сел. Это не первый открытый урок, который управление сельского хозяйства курорта проводит совместно с преподавателями сельхозтехникума и практикующими аграриями. Уже был выездной урок по выращиванию земляники. Сегодня тема не менее интересная – технология выращивания ягодных культур. Сегодня вот одним из таких интересных направлений являются ягодные культуры. Почему именно ягодные культуры? Дело в том, что на территории Краснодарского края испокон веков были, скажем так, районированы или рекомендованы к выращиванию в основном две ягодные культуры. Это земляника и, конечно же, вторая ягодная культура – это малина. Но в связи с селекционными достижениями у нас появляются еще и другие ягодные культуры, которые постепенно выходят на рынок. Кстати, студенты тоже всерьез интересуются ведением малых форм хозяйствования. Спешат применить свои теоретические знания на практике и превратить в полезный опыт и в прибыль, что немаловажно. Мы организовали мероприятие с целью развития малого бизнеса на селе. То есть наша задача – это информирование, консультирование сельских жителей по различным новым технологиям ведения сельскохозяйственного производства. И, как известно, такие производства, как выращивание ягод, выращивание земляники, выращивание грибов, это именно уникальные отрасли, которые развиваются успешно только в малых формах хозяйства. Насыщенная трехчасовая программа урока – это и агрохимическое обследование почв, и система защитных мероприятий, и селекция ягодных культур. Преподаватели подготовили целый арсенал, который пригодится селянам. Кстати, успешные хозяйственники пришли поделиться собственным опытом. Например, Елена Пугачева раскрыла секреты высокого урожая малины. Оксана Сагара планирует свой приусадебный участок развивать и начать свой бизнес. Мне очень интересно, во-первых, потому что мы переехали сюда из Сибири. Год прошел, поэтому как бы местные реалии – это то, что мне нужно в первую очередь. Сильно отличается сельское хозяйство в Сибири от местного. Такие уроки проводятся регулярно. Тема следующего занятия – выращивание грибов. Все желающие могут прийти и поучиться.